В этом году мы отмечаем 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Кореей и Россией. Я надеюсь, что это мероприятие укрепит дружбу между нашими странами. Передача гуманитарной помощи – это возможность передать искреннюю поддержку и теплые пожелания корейских граждан. Весь персонал больницы 20, они герои. То, что вы сейчас для нас сделали, это неоценимая помощь. Им будет приятно, что они значимы и что их труд очень важен. И нам еще больше приятно, что ваша республика, Южная Корея, она так реагирует на те события, которые происходят в нашей стране.